На сегодняшний день мы собрались с 15 новыми участниками проекта. Нас радует, что количество участников растет, бизнес проявляет интерес к проекту. Что важно, и то, что мы сегодня проговорили, участники должны в ближайшее время решить с Управлением городской экономики и торговли ряд организационных вопросов для того, чтобы предоставить услугу по дисконтной карте «Забота» качественно и без накладок. С 1 сентября количество участников в проекте 25 по городу Череповцу. Скидка не менее 5% на все группы товаров и услуг, которые предоставляют предприятия, но с учетом того, что мы не ограничиваем увеличение скидки, скидка может составлять и 7, и 10, и больше.